жизни на четыре. Хардкор. Ну, значит, это действительно очень хороший способ отточить тактику. Я вообще тут. Все. Так, ну что ж, коли у нас сегодня намечается командная работа, надо сразу нам все разъяснить, что да как делать. Кто у нас берет на себя роль командира? Угадай. Ты муж? Кто из нас? Не, ну я, конечно, я тоже не муж. Ну, тем не менее, может кто-нибудь еще хочет попробовать силы? Или монет. Так, ладно, давайте тогда сейчас посмотрим по карте, что у нас вообще есть. Значит, самый ближайший к нам это стрельбище. Да, можно с холмов уже начинать атаку. Там три. Там два. Так, ну я думаю, можно, в принципе, со стрельбища в карте. Сейчас разделиться на два отряда по 3 человека. Слушай, разделимся на три и зайдем с двух сторон. Сейчас посмотрю, какие там высоты есть хотя бы. Вообще планировать надо уже после того, как мы сейчас все сдохнем. А тогда уже, чтобы местные знать, что такое. Это я как бы знаю, там два эскалита стоит. Нас убивают на холмах. Так, ну тогда, думаю, сначала действуем по обстоятельствам и доходим до высоты, откуда сможем осмотреть точку. Дальше уже действуем либо по плану, либо импровизируем. Позиция 1, позиция 2, понятно? Кто идет на позицию 1, кто идет на позицию 2, непонятно. Ну, вот это пока что давайте выясним касательно осмотра местности, и дальше уже распределяемся, кто на какую позицию выдвигает. Или можем идти сразу по позициям. На позиции 1 с пулеметом, а на позиции 2 голая поле. На позиции 2 нам не надо было назвать снайпера, потому что позиция 1 это как раз таки атака из тыла. То есть там есть здание, там можно быстренько разобраться. И оттуда начинать атаку прямо на вот этот корпус. А с позиции 2 это зайти с леса. Нужно вот именно снайпер, какой-нибудь гранатометчик, ну и просто человек, который стреляет на дальней дистанции. Так же давайте, кому куда удобнее. Кэптен Гэлакси с пулеметом на позицию 1, правильно? Ну, думаю, да, оттуда будет датчик эффективнее работать. У меня арко, и вроде как я похож на снайпера, был записан в должности, так что пойти на поле, на позицию 2. Так, вот уже по одному человеку. Ну, у меня труба, позиция 2. Двое на позицию 2. Я на один. Ну, любой. Так, ну, значит, на позицию 2 у нас только 2 человека готовы, я могу вступить к ним. Остальные на позицию 1 готовы выдвигаться? В принципе, по оптике, вот только у Сафронова, да? Еще раз. У двоих оптика. А, ну, ну у меня такая оптика недальнобойная, скорее где-то на 1.4 на 2 увеличение. Особо далекий бой вести не могу. То есть у нас с оптикой командир отделения и снайпер. Одинаково у нас арку. Угу.
Так, ладно, я с собой беру на точку 2 гранатометчика и снайпера, остальные готовы двигаться на точку 1. Ну что, двинули? Принял. Гранатометчик — это то, что ПТ? Гранатометчик — это тот, у кого труп спиной. Понял. Почему мы все вниз идем? Ну, сейчас разделимся с конца дороги. Потому что поедет вдалеке свет. На 280. Так, не забывайте еще использовать прибор ночного видения и лазерный целеуказатель, чтобы видеть, куда товарищи целятся, кого готовятся. Мне заборы неудобно застрять, может я на холме буду стрелять. Трубы. Можешь с холма начать. У нас тут два литра. Так, ребят, расклад немножко поменялся. С позиции номер один заходит 4 человека, с позиции номер 2 заходит 2 человека. Ваша задача, кто на точке 1, сразу начать стрелять по всем и кое-как отвлечь от себя внимание. Мы в это время с гранатомета по точке и, собственно, уже начинаем вырываться на север комплекса. На самом деле, мы стреляем. Не спустите. Кто на позиции? Ладно, там смотрите, на 340 около берега еще идут метров 300-400. Ответ на огонь, на замечу. Так, наблюдаю на 340. Там два солдата идут. Заметили. Я думаю, как поступили. Сейчас они заходят в корпус. А, все, вижу, беготя начинают. Окей, мы берем на себя тех двух часовых, которые патрулируют территорию, и входим на территорию комплекса. Вы можете уже начинать атаку. Летит к нам не подставляй. Транспортная вертушка. Вертушка над точкой где-то в километре. Транспортная. Man down. Thank you.
throwing frag! Я так понимаю, слышу друг друга, только мертвые, да? Сейчас. Ну да. Ну я вот сейчас вот этот. Телевизор смотрит. Мы, конечно, неудачно вышли в это поле. Надо было на базу заходить сразу. Один остался, я правильно понимаю? Кому ты лежишь? Так, насколько я понял, живых у нас только Луни осталось. Ну, я вижу живого одного только у нас, да, человека. Его не видишь, что слева от него противник. Или сзади. А, застрелят. Луна, слышишь меня?
Надо потом узнать текст, видно, нет? Перезаряжайся, давай.
Ты пытался! Теперь будем смотреть. Блин, вонючий. И фрик. Ну окей. Что там? Одно место у нас всего, да? Или на кассе? Да окей, нажать, да и все. С холма люди продержались намного дольше. Соответственно, зайдем все с холма. Да, я предлагаю. Надо, чтобы три человека, человека прикрывало, три заходило поближе, ну, подходило поближе. Это у нас больше нету гранатометчика. Ну, с турбой. То, что медик у нас должен быть всегда позади. Медика все прикрывают своими телами. Да медик не поможет. Фронт должен там... Смотри, там... с пулеметом, а он водила и стрелок, они на улице, когда идет мессива, они вылезают туда, так что их надо первыми валить. И у нас просто нет. Значит, будем смотреть, кто ближе всего, по бритву и не подпускать. Ну, мы видим там, что еще в здании. Ну что, ребят, пробуем еще раз. Давайте одна группа прикрывает, другая поближе подходит. Там, как я с берега сходил, там можно подобраться к заборчику. Так, ребят, мы около холма останавливаемся и, собственно, осматриваем сеть. Вот кто-то из того отряда, вот они сразу же бегут к эфриту с пулеметом. Соответственно, либо нам надо эфрит сразу сносить, либо ждать, кто к нему подбегает и сразу снимает. Я думаю, надо начать со взрыва эфрита. А нечем. Давайте так, там же забор стоит, да? Вот туда пускай получится. Дырка есть около. Видите, дырка? На... Да, вижу. Надо туда просто доползти. Не особо спешить, так не нарываться. Пока не стреляем, например, одна группа прикрывает, а другая подходит поближе. Если человек какой кипиш, группа, которая прикрывает, еще, ну, открывает огонь, соответственно. Я уже с базом, чувак. Так, ну что, пойдите двое-трое к забору, остальные кроют нас сверху. Когда мы добираемся до забора ползком, они начинают атаковать... Ради молчания. Ради молчания, а то они все слышат. Да, когда приближаемся туда, сразу все затыкаемся, потому что они на это реагируют. Там патруль вокруг забора ходит еще. На него бы не нарваться. Те, кто остается, выбирайте местечко поудобнее.
Забудьте еще по тот ифрит, который приезжает на базу, который меня еще убил. Патруль подходит к углу забора. Заметили. Copy that. Хорошо, отряд. Все, кто добирается до забора, вступаем в бой по готовности. Сразу через забор по гранате. Блять-то. Ифрит снес колесо. Enemy fire! Fuck, man down! Ой, убил. Луни, а ты не поташник? Ах, как зашибись, откуда меня сменилось? А? А у меня что-то сменилось на сапёра. Откуда меня сняли-то, я так понимаю? Они где-то под холмом уже были, меня тоже убили около забора. Да. Та же фигня, лежу, трассер вижу, а самого врага нет. На вышку и посмотреть вышку. Я еще потом, что меня сложил. Ты приближаешься сейчас к позиции, где были, возможно, солдаты. Вон один. А, не слышно. Луни, слышь, подними камеры так, чтобы на верхушку маяка, где я стоял. Затяни. И отдыхаю. Как это сделать? А, ладно, сейчас я этот скриншот был. Это фантаст. Так, эфир, походу, изначально стоит пустой, чтобы в него можно было сесть. За забором.
Гэлакси, не пытаешься. Они не видят ничего и не слышат. Печаль. Хорошо. Двоих сразу же.